на Е36. 36-я, конечно, дико смотрится, ширина такая, как будто у него под колесами еще два арбуза под рычагами где-то находятся. Дожидаемся. Есть контакт глазами, зеленый флаг, пилоты раз переходят на линию разгона. Ну, посмотрим, как Ваня. Немножечко идет пушка, но БМВ, посмотрите, как хорошо отрабатывает даже эти моменты. У Ивана есть небольшие трудности на перекладке, так как его автомобиль имеет очень большую массу спереди, так как двигатель 4.5 V8 имеет огромную массу. И очень легкую заднюю часть автомобиля, так как там вырезано все и установлен только на радиатор. БМВ просто божественный. Хороший сейф. Аплодисменты. Просто пилот сохранил не только свой автомобиль, но и автомобиль своего конкурента. Красиво. Глазков Андрей. Отдельный респект за то, что сохранил настолько уже редкий автомобиль, как Nissan Sylphy.